Мне все понравились, правда. И большинство из них было все, вот, абсолютно все мотивирующие. Прям очень брали прям за душу. Мне очень понравилось, правда. И чем вам так понравилось? Взять, к примеру, самый первый фильм, который мы посмотрели, он подростки, которые играли на самодельных инструментах. Вот. Я уловила суть в том, что там очень много мусора. Это правда очень огорчает, потому что изменяется климат, могут рождаться дети, которые в будущем могут стать инвалидами. Опять же, зарождается очень много проблем всего лишь из-за какого-то мусора, да? Вот. И несмотря на это, человек смог создать инструменты из мусора, привлечь молодежи к музыке, и таким образом он смог их показать всему миру. Он показал талант этих детей. А по сути, они могли просто там жить, так сказать, как их родители. Они могли и остаться там на всю жизнь. Но они смогли увидеть весь мир и показать свой талант. Мне кажется, это очень здорово. Какой пример можно взять от их, например, действий? Например, мы живем в Таласе, и в сравнении с этим городом у нас не так много мусора. Есть, конечно, проблемы, но не такого вот глобального масштаба. В каждом человеке есть свой дар, так сказать, своя индивидуальность. И если бы они смогли вот открыть или раскрыться миру, они бы смогли и добиться, да, вот, больших успехов.